Службы и ведомства Люберецкого округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. В связи с эпидемиологической обстановкой стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. По 21 из них возбудили уголовные дела. Было совершено одно убийство на улице Новый, дом 9. Проводит Следственный комитет проверку, возбуждена статья 105. Также было 111.4. Сосед соседа избил в городе Дзержинске. Люберецкие пожарные ликвидировали 5 техногенных возгораний, которые произошли на территории городского округа. В результате пожаров пострадавших не было. 2 пожара произошли на автомобильном транспорте, 2 в гаражах и 1 балкон жилой квартиры на 2-м этаже. Чтобы не допустить распространения инфекции, управляющими компаниями округа ежедневно проводится комплексная дезинфекция мест общественного пользования в многоквартирных домах. Обрабатывают детские и спортивные площадки. Эту работу контролируют на региональном и муниципальном уровнях. Обработка первых этажей подъездов производится: полы, дверные, оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов, кодовые замки, перила лестничных маршев и вентиляционные решетки. В лифтах обрабатываются напольные покрытия. Дорожную сеть округа перевели на летний режим содержания. Ежедневно убирают площади, остановки общественного транспорта, очищают дороги и тротуары. Также проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Продолжаются работы по приведению дорог к нормативному состоянию. Для этого проводятся работы по окраске полусфер и бордюрного камня. За минувшую неделю был проведен ямочный ремонт общей площади 70 метров квадратных. Служба 112 работает в усиленном режиме. На прошлой неделе сотрудники приняли более 9000 звонков. Из них половина вызовов связана с вопросами оказания скорой медицинской помощи. Анна Троян, Валерий Абсолямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.